12 августа в станице Калужской прошел сход граждан. Участие на встрече с активом поселения приняли заместители главы района и руководители служб. Исполняющая обязанности главы Калужского сельского поселения Татьяна Ищенко зачитала доклад о проделанной в первой половине 2021 года работе. В рамках подпрограммы построен тротуар по улице Базарная протяженностью 600 метров. При участии в данной программе отремонтирована дорога протяженностью 200 метров по улице Широкая. Также, благодаря участию в программе, произведен ремонт дороги по улице Широкая протяженностью 3100 метров. Частично нарезаны кюветы, провели лентирование, отсыпку щебнем и укладку катком дороги. Большое внимание в поселении уделяют благоустройству и развитию инфраструктуры. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Марина Наумейко рассказала о планах по строительству детского сада в станице Калужской. Были выделены средства на проектирование, проект прошел программу. Сегодня мы передали уже и загружаем нашу проектно-экспертную документацию, экспертизу, полученную положительную, департамент строительства. Очень надеемся, что в следующем году мы перейдем к строительству нового детского сада на территории станицы Калужской. Каждый житель мог задать волнующие его вопросы и получить ответ от местных и районных специалистов. Граждане обратили внимание на проблему электро- и водоснабжения, отсыпку дорог. Также людей интересовали такие вопросы, как оплата проезда в общественном транспорте талонами и законность автобусной стоянки на улице Иркутской дивизии. Каждое обращение взято на контроль.